Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Эти люди очень разборчивы, и, наверное, поэтому, несмотря на их общительность, у них очень мало настоящих друзей. В значении буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Увлечение чаще всего простирается в творческой сфере, так как обладатели буквы В в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Носители этого имени отличают замкнутость и упрямство. Им необходимо получать любовь и признание от окружающих. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Люди с буквы «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. Должны проявлять больше человечности, великодушия и понимания к окружающим. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.